Маленькая, это ты пришла? Я. Хай! Привет. Привет. Я чуть-чуть просто посуду не успел домыть, но ничего страшного. Я сейчас домою. Смотри, я холодца сварил. Он не достыл, но ничего страшного. Ты сейчас сядешь, и он быстренько застынет. Я еще, посмотри, какую прикольную штуку сделал твоему коту любимому. Мы вот так с ним бегаем, такие. Он такой, мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Такой, знаешь, так интересно вообще. А еще я смотри, что себе придумал, чтобы халат не пачкать. Раз, быстренько, а то у меня же, помнишь, пятна такие? Ну, а ты как? Рассказывай, что у тебя целый день? Что ж ты такая у меня тряпка? Ну, знаешь ли, Люда, что... Зато мы друг другу очень хорошо подходим. Я тряпка, а ты швабра. Я сейчас не это хотел сказать. Я как бы вот, ну, потому... Я тряпка, а ты как бы... Ну, ты швабра такая, знаешь, ну, в хорошем смысле. Истерику некому закатить. Это в смысле нет. Ну что, любименький мой, вот тебе подарок на 23 февраля. А, да ладно, серьезно? Да. Что там? А? Браслет, наверное, на руку, браслет, а? Цепочка. А с крестиком, цепочка с крестиком, а? Открывать нет, можно? Открывай. Ага, ух ты. Линейка. А почему ты линейка? Ты мне на день рождения что подарил? Весы. Ну вот, я тебе линейку на 23 февраля. Кумы, привет! Да, я вернулся с рыбалки, вчера ночью только приехал, поэтому я уже дома. Ну, что тебе сказать, кум, рыбалка, хотелось бы лучше. Так, поймали тут парочку, не знаю даже, как тебе похвастаться. Да, ну, вот такой там судачок, полдня его тащил. Там он вся с икрой, целая коробка. Тут тоже целая коробка на лима. Ну, в общем, слабенько клевала, слабенько.